Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, давайте сегодня мы с вами поговорим не о рамах 1500-х, как мы всегда про них говорим, потому что у нас их много, а поговорим все-таки об их конкурентах. Какие могут быть альтернативы 1500-му раму? Как минимум, Chevrolet Silverado. И сегодня мы о нем поговорим. Какие они бывают, какая их стоимость, в частности, затронем комплектации, какие есть, а также поговорим об изменениях, которые произойдут в 2024 году с этой моделью. Silverado – один из немногих пикапов, который предлагает универсальную линейку этих машин для всех категорий потребителей. У Chevy множество конфигураций Silverado, начиная от обычной кабины с коротким или длинным кузовом и заканчивая просторной кабиной с задними сиденьями и удлиненной двухместной кабиной. Все типы кузовов получают привод на 2 или 4 колеса. В общей сложности 9 уровней комплектаций и 4 варианта двигателя. Silverado получит незначительное обновление для 2024 модельного года, включая новые цвета, стандартные технические характеристики и активную выхлопную систему. Несмотря на то, что внешний дизайн Silverado к 2024 году практически не изменился, он по-прежнему отличается смелым и уверенным видом, благодаря прочной конструкции. Интерьер Silverado просторный и оснащен стандартными развлекательными функциями, такими как сенсорный экран информационно-развлекательной системы, беспроводная связь и так далее. Цены начинаются от 36 800 долларов за базовую модель. После того, как Chevy серьезно обновила Silverado в 2022 году, в 2024 модельном году не ожидается многочисленных изменений. Chevrolet добавляет только два новых варианта окраски металлик. Активную выхлопную систему для всех моделей, использующих 6,2-литровый V8 и пакет антихрома для некоторых комплектаций. Chevy также добавляет Midnight Edition в отделке для топовой комплектации High Country. В 2022 году Chevrolet внесла серьезные изменения в Silverado. Chevy усовершенствовал дизайн его экстерьера, придав ему более смелый стиль. Таким образом, он стал самым продаваемым грузовиком бренда. Chevy также пересмотрела дневные ходовые огни в форме крыльев. В 2024 модельном году Silverado сохранит свой большой и просторный салон. Все модели Silverado оснащены большой центральной консолью для хранения вещей и множеством дополнительных удобств, включая сиденья с подогревом и вентиляцией. Несмотря на то, что интерьер Silverado просторный и хорошо продуманный, ему не хватает высококачественных материалов, присущих таким конкурентам, как Ram 1500 и Ford F-150. К стандартным развлекательным функциям в автомобиле можно отнести 7-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема с двумя динамиками. Начиная с комплектации LT и выше, предусмотрен 13 и 4-дюймовый сенсорный экран, дополнительная аудиосистема Bose с 7 динамиками, дополнительные функции в виде встроенного Wi-Fi и беспроводная зарядка для устройств. К счастью, информационно-развлекательная система Chevy с хорошо продуманным меню, позволяющим легко найти все необходимые функции. Для 2024 модельного года предлагается 9 вариантов отделки салона: WT, Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, LT Trail Boss, LTZ, ZR2 и High Country. Большой пикап WT имеет низкую стартовую цену в 36 800 долларов. Комплектация LTZ и High Country – это премиальные модели Silverado, отличающиеся повышенным комфортом. LTZ предлагает передние сиденья из перфорированной кожи, 20-дюймовые алюминиевые колесные диски, 8 камер с возможностью просмотра до 14 изображений и систему Safety Assist. Отделка High Country представляет все, что есть в отделке LTZ, плюс дополнительные функции, включающие в себя специальные рисунки перфорации и прострочки, технологию помощи вождению Super Cruise, технологию помощи водителю при движении с прицепом и отделку с использованием деревянных ставок. Для любителей грязи есть усиленный Silverado 1500 ZR2, самая дорогая из представленных моделей Silverado, стартовая цена которой составляет 69 900 долларов. Это внедорожный пикап с амортизаторами Multi DSSV, передними и задними блокировками дифференциала, 33-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler Territory MT, большой алюминиевой защитой днища и передним бампером с повышенным просветом для бездорожья. В 2024 модельном году Silverado оснащен широким спектром двигателей, включая 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, пару V8 и 3-литровый рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель.
стандартной комплектации Silverado оснащается 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил и крутящим моментом 430 ньютон-метров. Двигатель передает мощность на задние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку. Два двигателя V8 обеспечивают большую мощность, оба с 10-ступенчатой автоматической коробкой. Первый V8 – это 5,3-литровый агрегат мощностью 355 лошадиных сил и 383 момента. Второй вариант – 6,2 литра, который выдает 420 сил и 460 момента. Последний обеспечивает наилучшие характеристики, помогая Silverado быстро разгоняться 5,4 секунды до сотни. Chevy также предлагает рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Duramax объемом 3 литра с турбонаддувом мощностью 277 лошадиных сил и 460 момента. Двигатель также работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой. При максимальной грузоподъемности в 6032 кг в версии с 6,2-литровым двигателем V8 Silverado является серьезным тягачом. Он превосходит Ram 1500 по максимальной тяге на 250 кг, но уступает F-150 на 317 кг. Что касается экономии топлива, опциональный дизельный двигатель является наиболее экономичным по оценкам IPPA до 10,2 литров в городе и 7,1 литра по трассе. 6,2-литровый V8 поглощает в городе 14,7 литров, а по трассе до 12,2 литров. Ну что, как вам Chevrolet Silverado? Реальный ли конкурент этой тачки? Напишите свое мнение в комментариях, мне будет интересно его почитать. Я вас жду на огонек. Вот здесь сейчас появится QR-код для того, чтобы перейти в наш телеграм-канал. А там на самом деле очень много всего интересного. Помимо того, то, что там есть новости, видео и так далее, там есть наличие автомобилей с ценами и так далее. Ну и ко всему прочему, барабанная дробь, главная новость. Мы теперь можем привезти запчасти на американские автомобили, на Ram, Jeep, Chevy, GMC, Cadillac и так далее. Это кузовщина, это какие-то расходники и так далее, и так далее. С этими вопросами опять же к нам в телеграм-канал. Ну и как попасть к нам в телеграм-канал? Да очень просто, внизу будет ссылка, на нее можно тыкнуть и пройти в телеграм. А если вы смотрите видео с компьютера, наведите смартфон на вот этот QR-код, и вы попадете в наш телеграм-канал. А с вами был я, Евгений, и до новых встреч!